Добрый день, дорогие друзья! Мы вас снова приветствуем на YouTube-канале, который ведет Юля Рухлорида. С вами сегодня Надя Эгерс, я ваш риэлтор в Орландо, Центральная Флорида и пригороды этого города. Сейчас мы на объекте, так сказать, доме номер три. Мы уже посмотрели два дома для моей клиентки из Калифорнии, которая не смогла в этот раз прилететь сюда для просмотров. Мы с Юлей вызвались снять для нее детальное видео, и она нам разрешила поделиться с вами, чтобы вы проголосовали, какой дом вам нравится. Скажу быстро про этот дом. 4 спальни, 2,5 ванных. Для моей клиентки было важно не менее 3 спален. 4 это даже лучше. Цена дома 430. То есть мы уже посмотрели дом за 399, за 450. И это 430. Год постройки 1988 год, площадь дома 2020 квадратных фит. В этом комьюнити есть HOA, но мы, честно говоря, заметили с Юлей, проезжая по комьюнити до того, как мы подъехали к этому дому, что здесь как-то травка позеленее, что ли. Солнышко больше блестит. Ухоженнее, чем там, где HOA нет. Ну, к сожалению, вот так, да. Пусть здесь HOA невысокие, $300 в год. Да, это вообще маленькие. Очень маленькие. Да. В мире сразу как-то ухоженнее. Конечно, да, конечно. То есть, кстати, дом находится этот не в Доктор Филлипс, как хотела моя клиентка, но очень рядом. Мы ехали от прошлого дома, который находится в Доктор Филлипс, буквально 4 минуты сюда. То есть это граница с Доктор Филлипс. Это Виндермир. Виндермир. Угу. Тоже отличный город, да? Очень хороший город, отличные школы. Это тоже такой достаточно старый сектор частный этого дома, этого города, потому что в этом городе тоже есть более молодые постройки. Естественно, молодые постройки с бассейном будут стоить уже около 600 тысяч. Но нам повезло, мы нашли за 430. Для моей клиентки возраст дома не важен. Для нее важно только то, чтобы он был готов для ее въезда в дом, чтобы все было сделано. Тебя тоже кусают? Если видите, мы тут топчемся, это нас кусают муравьи. Но мы терпим. Налог на дом 5200 в год. У них указано, что... Кстати, здесь тоже септик-танк. Личная канализация где-то вот, наверное, вот здесь. У них указано, что в доме новые трубы, это очень важно, потому что до 1996 года ставили полиэтиленовые трубы. А если они не заменены, очень сложно получить страховку на этот дом. Понятно. Уже понятно, что трубы новые. В первом доме, кстати, тоже новые трубы были, я помню, не сказала. Крыша здесь старая, я хочу сказать, ну, да. 5-го года, это уже достаточно старая для дома. Возможно, скоро нужно будет менять. И со старыми крышами страховка будет повыше, чем с молодыми. Крыша должна быть молодая, моложе 14 лет. Окей. Здесь уже у нас получается 2005 года, 16 лет. Пожилая крыша. Пожилая. Все, пошли. Ну что? Слушай, нет. Что? Пошли. Да. Так, все, идем. Подожди. Что? Итак, что у нас здесь? Ой. А мне это... Планировка напоминает дом, который мы уже смотрели. Помнишь? Метровестим? Да. Скажи. Да. То есть это вот такой же точно дом. Кстати, да, да. Кстати, дом блочный. Угу. Это нормально, не будет. Да. Может, начнем с кухни? Да. Я даже знаю, где она находится. Планировка похожа. Да, смотри, вот она, кухня. Тоже здесь проход есть в обеденную зону. Ну, по сравнению с тем домом, здесь получше, да? Поприятнее так все. Да. С тем вообще. С давнишним в метровесте, который был. С тем, да. Слушай, он, ты знаешь, он свежевыкрашен. Да. Нет вот этих вот каких-то замазанных... Штук, как там было, да? Частей каких-то там замазанных. И цвет светленький такой, да?
И приятный такой здесь камешек лежит. Это этот. Это гранит. Это гранит, да. Угу. Я пытаюсь найти, где этот цвет включается. Конечно, цвет фасадов не модный, но они деревянные, их можно перекрасить. Кстати, хорошая. Да, хорошая вообще по качеству. Смотри, здесь еще даже вот. Ничего себе. Ты думаешь? Документация на нее, да. Ну, вот теперь старая. Не, она просто без домочка. Ага, да. Вижу здесь все. Такое. Угу. Ну, хорошо. Так, окей. Холодильник не новый, но... Приятный самый холодильник, не новый. Нормальный холодильник, тем не менее. Двустворчатый. Бытовая техника черного цвета, тоже устаревшая. Угу. Нормально, пойдет. Да, вот. Кухня, гостиная. Да, можно выйти в гостиную или в обеденную. Но знаешь, мне все равно, вот по-моему, можно было вообще эту стену не ставить, и тогда, а кухню как-то по-другому выстроить вдоль где-то. Ну, в общем, вот меня что-то напрягает эта стена. Ну, лично, как по моему ощущению, что ты скажешь? Можно было бы выбрать, да? Кабинеты, да, и сделать большой айлот. Да. Да, 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 островочек. Ну, хорошо. Кабинеты, когда теряется полезная площадь, да, можно тарелочки по качеству поставить. Но если сделать большой айлот, можно сделать те же самые кабинеты туда. Так, здесь обеденная зона, да, завтрачная? Гостиная. Так, гостиная здесь. Получается, здесь две гостиные. Угу. Это формал living room, а там family room. Так. Это называется формал, это где вы принимаете гостей, если они у вас есть. Если вам приходят гости, а здесь уже семейная комната, где телевизор, ставится диванчик. Так, вот она, семейная комната, family room. Дальше проходим. Я еще сама не была здесь. Ага. Ну, что ты скажешь, первое ощущение? Ты знаешь, мне нравится. Ну, да, нормально все. В принципе, это может быть, наверное, мы сейчас еще посмотрим дальше. Да. Может быть, вариантом для моей клиентки. Да, кстати, может быть. Как один быть. Из вариантов, потому что в этом доме есть бассейн. Оу, это плюс. И ремонт здесь сделать, ну вот кроме крыши. Не надо, но крыша может подождать, если она не течет. В районе 12 000 стоит долларов. Хорошо. Ну, в общем, так, проходим дальше. Что тут у нас? А, тут я знаю. В общем, здесь выход на задний двор. Ванная. Ну, ванная, конечно, ее не меняли. Вот как, знаешь, она была такая, я думаю, здесь. Такая она и есть. Это к бассейну очень удобно. Не нужно бегать через весь дом. Сразу зашел с бассейна в ванную. Сполоснулся. Вот здесь вот смотри, фасад, ой, здесь это уже гранит, поверхность, да. Не гранит, это пластик. Уже пластик. Хорошо, здесь идем дальше. Детская была, сразу видно. Угу. Ну, комнатки небольшие здесь, да, такие? Ну, нормальный свежий нормальный. Запах, да, то есть да. Покрасили. Да-да-да. Не пахнет ни старым домом. Да. Не глядя на то, что он 1988 года. Ковролин новый ковролин здесь. Новый. Угу. Пахнет новым ковролином. Да. Гардеробная. Цвета такие хорошие, приятные. Это была одна спальня, да. Вторая. Это гостевые. Мастер, скорее всего, в отдельном крыле. Ты смотри, она немножко нестандартная. Такой угол срезан. Срезан. Ну, из-за этого такой уют. Сломанные же жалюзи. Угу. Ну, жалюзи. Да ладно, подумаешь. А? Че? А, ну дай. Ладно. Так, что у нас здесь? Здесь у нас гардеробная, еще одна такая же. Потолки, не, конечно, не сильно высокие. Но вот здесь вот они нормальные. Очень да. Хороший высокий потолок. Вот здесь, да. В такой, ну, в ежедневном использовании. Да, то есть вы все равно в спальне вы только спите. Да, а здесь нормальный здесь потолок. Здесь вы проводите практически все свое время. Да, по сравнению с теми предыдущими домами здесь хорошие потолки. За одну из этих комнат можно опять-таки поставить, сделать, ну, джим-комнатку. Комнатку, да. Оборудование. Угу. Йогой заниматься. Так, вот третья. Третья спальня. Да. Так, вот так здесь гардеробная.
И окошко. Да-да-да. Ты знаешь, очень интересно. Mm-hmm. Жалюзи, похоже, они новые. Видишь, да. Еще даже с... Да, но чуть-чуть уже погнули. Они уже какие-то погнули. Может быть, риэлторы тут лазят. Ага, значит, смотрели, да. Как мы сейчас делаем, например. Не говори. Ну, одно здесь стекло. Для клиента я хочу смотреть окна. Окна не новые, но в хорошем состоянии, мне кажется. Да, состояние нормальное, но они одинарные, да, не двойные. Ну, хорошо, ладно, идем дальше. Так, идем дальше искать хозяйскую спальню. Она, скорее она всего... Она тоже была в отдельном отеле, да? Угу. Да, так же все было. Сетевой, о, вот мы пропустили, да. Пропустила прямо при входе для гостей. Ух ты ж, господи ты, погляди. Бочечка такая. Интересно. Это тоже натуральный камень. Так, а здесь что? Ага, здесь еще такая гардеробная. Здесь стиралка-сушилка. Стирочная комната и все такое. Разношерстная. Ну да. Кстати, стиралка или это сушилка? Что это? Сушилка, да? Нет, вот это, наверное, сушилка. Погруши. Да, нет, это стиралка, а то сушилка. Угу. Сушилка такая приятная. Да. Хорошо, на две машины. Никакой сырости здесь нет. Ни плесени, ничего. Что хорошо. Здесь стоит кондиционер. Кстати, кондиционер похож на новый. Угу. Нормально, в хорошем состоянии. И водонагреватель. Водонагреватель тоже не ржавый. Даже новые здесь трубы, да. Потому что это было тоже поменено. Поменено тогда, да. Когда меняли трубы. Техническая раковина. Тоже хороша в хозяйстве. Ну, окей. Нормально. Да, машины, да, баки для мусора. И никакого вот ни запаха, ничего. Да, запаха нет. И все нормально, приятно пахнет. Угу. А мы ищем хозяйскую спальню. Скорее всего, вот сейчас мы ее и найдем. Вот она. Да. Так, что тут у нас тоже такие жалюзи. Ну, там мы выйдем. Вот вид на бассейн. Так. Кстати, две гардеробных. Че? Две гардеробных. Очень приятно. О, большая это такая гардеробная. Это, смотрите, для мужчины, нет, например, можно... для женщины. Здесь уже можно не спорить, где чья. Да. Не одинаково. Угу. Так, здесь душевая. Душевая. И две раковины. Но это тоже, это не гранит, это пластик. Раковины тоже, возможно, каких-то тех времен, но не старые. Так нормально все, цивильно, я считаю. А, и вот туалет вот так закрывается вот такой дверкой. Ты знаешь, что сюда напрашивается? На самом деле напрашивается дверь, потому что получается между спальней и ванной нет двери. Но опять-таки сюда можно повесить вот эту... Что, да. Выдвижную дверь, которая барндор, да, которую мы видели в других домах. Ее можно просто здесь повесить, и будет очень даже миленько. Ну, не обязательно, да, кому-то такой вид Да, если человек будет нравится. Жить как-то, ну, один, девушка у нас. Да, да, то ей нормально. То ей будет нормально. Абсолютно. Наверное, я не буду раздвигать Да, мы идем, выйдем. Мы выйдем, да. Да. Как раз у нас оставим это напоследок. Я даже знаю уже, где дверь. Кстати, много вот, вот она. Бассейн, да? Угу. Можно и в спальню выйти, можно и в столовую выйти. Ура! Получилось. И вот мы на бассейне. Вот. Голубой. Голубой бассейн, хороший, чистенький. Значит, все работает хорошо, нормально. Менять не надо, скорее всего, эту всю установку. Знаешь, приятно чистить. Да.
Пальмочки такие красивые растут, да? Есть несколько, видишь, крах, трещины. Это трещина, но это ерунда будет лежать. Я тоже думаю, там, ерунда. Правда, угу. Ну, это нужно выравнивать будет. Да, вот посмотрите. Вот. Вот это, конечно, не очень приятно. Это минус. Ну, двор нормальный такой, да? То есть здесь даже можно собачку выгулять. Я бы поменяла. Да, я тоже. Я тоже поменяла бы забор. Смотри, интересно. Я думаю, что этот забор ставил еще тот хозяин, да, который дом соседский. Так и есть. Он уже постарее. Угу. А от этого дома он просто к нему приделал. Угу. Здесь поновее забор. Да, приделал со стороны забор. Угу. Мне нравятся пальмочки. Красивые. Участок земли 0,26 акров. Хороший участок. А это такое место для костра, да? Здесь жарят маршмелло. Маршмелло. Наши любимые, да? Я так и не знаю, как по-русски этот фаерпит назвать. Фаерпит. Будет по-английски. Здесь можно и шашлычок, наверное, делать. Посмотреть. Почему бы и нет, да. Здесь кирпич, поставить щетки. Пожалуйста, можно шашлык жарить. Да. Ну, конечно, что-то нужно будет пофиксить, исправить вот здесь. Что-то такое придумать. Конечно. Ну, ты знаешь, ты посмотри тоже, вот крышу покажи. Она не похожа, что она старая. Она такая прям темная, не выцвевшая. Все возможно. Но я вижу, что не новая, конечно. Вот смотри, на углах она уже такая. Ну, она в хорошем состоянии. Да. Но я бы ее не меняла сейчас. Вот как потечет, я бы ее тогда и поменяла, правильно? Угу. Ну, что еще могу сказать? Ну, в общем-то, и все. Смотри, какое красивое деревце цветет. Большими цветами. Колокольчики здоровые. Не знаю, не знаю. Здоровые цветки, да? Да, вот твоя мама здесь. Ага, она бы сказала, да. А вот это на сирень похоже, но это не сирень. Птички поют, слышите? Очень так умиротворяюще. Коза прилетела к бассейну, попила водичку и улетела. Ну что, будем прощаться? Да, давайте прощаться, ребята. Это был дом номер 3. Мы, естественно, вышли мы эти видео моей клиентке раньше, чем вы их посмотрите, потому что нужно мне все это посмотреть, принять решение, понравится ей что-то, не понравится, захочет она сделать офер или нет на один из этих домов. Поэтому все равно вы голосуете, какой вам дом понравился. Нам тоже интересно, из этих трех домов они находятся практически рядом друг с другом, там 4-5 минут езды друг от друга, два дома находились в Доктор Филлипсе. Этот дом находится в Виндермир, но нейборхуды недалеко рядышком друг от друга. В обоих районах хорошие, очень хорошие школы. Ночная жизнь здесь такая кипятком кипит. То есть недалеко рестораны, бары и как бы вся ночная жизнь Доктор Филлипса. Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. Пишите и до следующих видео. До свидания. Пока.